тобой ярко залитый солнцем, за гладью озер золотые поля. И в первых словах навсегда остается земля, где я вырос, Россия моя. Участвовать в этом конкурсе именно вам. Для этого нам надо 9 высоких, красивых, молодых. Я думаю, мы все такие. Так, молодежь, сюда, к нам. У нас сейчас будет очень все красиво и интересно. Все. Вот сюда, к нам, пожалуйста. Мы всем рады, потому что у нас сегодня День России. Зрители готовы? Не слышу зрителей. Еще громче! 3, 4! Ну что, я думаю, шикарно справились. Итак, что у нас получилось-то? Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще раз бурными и горячими аплодисментами.
Государственный гимн Российской Федерации исполнил ансамбль отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского и детский ансамбль «Ангелы надежды». А сейчас для вас еще один номер исполнит детский ансамбль «Ангелы надежды». Аплодисменты! Слушай, слушай, страна, это твои голоса, это время твое, открой ему двери. Выше, быстрее, сильней, за победы скорей. Шагу назад, пусть каждый поверит. Вперед, Россия, вперед, великая страна. С тобой мы сила, с тобою цель у нас одна. Вперед, Россия, нас ждет лицо на столе. Во имя мира, зажги, Россия. Смотрит на нас, значит, пробил наш час. Сердце бьется ровней, победы готовы. Завтра снова настав, мы не знаем преград. И олимпийский огонь гореть будет снова. Вперед, Россия, вперед, великая страна. С тобой мы сила, с тобою цель у нас одна. Вперед, Россия, наш горький сон на дворе. Во имя мира, зажги, Россия. Для вас выступал детский ансамбль «Ангелы надежды». Ваши бурные и горячие аплодисменты нашим дорогим артистам.